Хайога и смешмики, мы продолжаем родить игру, скорее всего даже заканчивать игру под названием Индия Коллапса. Ну что, думаю, давайте начнем с вами. Это кризис, шах и мат, когда чистая правда становится явью. С тех пор я живу на улице, теперь рисую картины Теро, тьфу, туристов на салфетках. Мне что у него с волосами, только заметил. Е4 был последним шансом и хоть чем-то жизнью заняться. И на регистрационный взнос я потратила все сбережения свои. Похоже, нам троим совсем капец, да? Ага. Да. Но знаете, станет ли эта ситуация провалом или переломным моментом в нашей жалкой жизни, зависит только от нас. Нам надо научиться превращать испытания в новые возможности, продолжать расти, работать над нашими ошибками. Вау, Итан, это было очень красиво. С такими лидерскими навыками ты бы был отличным руководителем проекта. Эй, ведь я же с этим вожусь в компании, включая программирование. Я также иногда задумаю концепт. Заткни, Джек. Ой, смотрите, это, мне кажется, или что? Ох, вилки-палки, добрались. Тот, кто сидит в этом лимузине, наверное, очень отвратительно богатый. Ты прав, может его ограбить? Погодите-ка, рано еще. Здрасте, мы знакомы? Вилкин-Палкин. А вы кто? Я Вилкин-Палкин, главарь револьвер аналогики. Я надеялся, что найду новые инди-хиты здесь. Но в итоге, но в этом году все эти игры были ужасно скучными. Какой позор. У меня есть контракт, который должен был подписать молодые инди-разработчики. Но я думал, что сегодня не мой счастливый день, не так ли? Вы это слышите? Это же чудесно. Наверное, чудесно. Джек, тебе не кажется, что это просто совпадение какое-то? Дайте-ка я разберусь. Эй, Вилкин. На самом деле, это мы, та самая молодая инди-студия, работающая над... Правда? Больше говорить не надо. Готовьте альфа-версию своей игры, и мы сможем встретиться через пару месяцев. Я с нетерпением жду... Жду увидеть то... Над чем вы работали? Ах, вы индианки. Я уверен, что ваша игра также полна секса, наркоты и всяческой непристойности. Но думаю, что еще секс не помешает там. Но разве вы не хотите знать, о чем эта игра? Я доверяю своему инстинкту. Скажи мне, мальчик, как называется ваша компания? Genzofs, если не ошибаюсь, Epic Games, N-Epic, Epic Games, Fallcast Game, Ubisoft Entertainment. My Jacobs Games, мы начинали как прачечные самослужащие, но теперь наши специалисты стали видеоигры. Ну и глупое название ваше. Но я слышал именно хуже. Короче, увидимся через 2 месяца. До свидания, мистер Вилкин. Огромное спасибо, езжайте спокойно. То есть, пусть ваш водитель ездит спок. Неважно. Какой славный парень. Вот видишь. И, наконец, неожиданная удача. Похоже, они также пропустили заставки и... Ой, дизайн персонажа. Ты, кстати, говорил, сколько игра стоит? Ребята, хватит ломать четвертую стену. У нас осталась еще одна миссия. Мы должны немедленно вернуться в Джек-пещеру. Сначала я вызову Увар и... Ва, это было быстро. Извините, мне надо было. Боже. Как опять повезло. Без сомнения, что мы в ударе. Давайте, команда. Чего мы ждем? Будущее зовет. Посмотрим. Посмотри, мам. У меня все хорошо. И все еще думаю, что это все слишком большое совпадение. Возможно. Ever Genius.
Манать, мы с вами летим просто. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Как это все быстро происходит? А все? Как-то быстро. Ладно, после этой трагической дани скандальным играм 90-х, я думаю, что пора приняться за работу. Как-то кровати дергаются. Подожди, а почему там палаты? Это больница какая-то? Светильник просто был в виде капельницы. Давайте четко распределим роли, чтобы мы все могли эффективно и согласованно работать. Я буду за главного и программистом этого проекта. Хочу напомнить, что это я держу клавиатуру на обложке игры, и я надеюсь, что не буду никаких возражений. Виолетта, ты будешь художницей проекта и нести ответственность за эстетику дизайна игры. И это твой офис? Ладно, думаю, я распоряжусь тут в уголочке. Изумительный настрой. Итан, ты будешь отвечать за саундтрек и звуковой дизайн игры. У меня вопрос, а что с этим мертвым старпером? Мертвым? Ой, нет, это просто мистер Френшер, наш менеджер сообщества, да. Он тот самый опытный и знает, как достучаться до всего мира и все заорать о существовании наших работ. Как скажешь, но я все равно не буду тут с ним сидеть. Я тоже, и с Итаном полностью согласна. Он тут лежит мертвый уже целую неделю. Ребята. Эти мультипликаторные команды с различными убеждениями, сексуальными ориентациями и гендерными идентичностями. Я прошу вас проявить хотя бы немного уважения своим коллегам. Это плохо кончится. Тьфу. Ну, надо... Так, ну, думаю, что пора поболтать с членами команды отделения. Я считаю, что мы должны лучше узнать друг друга для укрепления непрофессиональной связи. Нет, кого я обманываю? Я просто должен убедиться, что они не облажаются. Они такие некомпетентные. Давайте посмотрим, что в туалете вообще. Да ладно. Нажмите на «Ч», чтобы попробовать заново, чтобы выйти. Хотлайн. Ну, это драка. Мандец. Вот снова пишет Q, а работает Enter. Окей. Манать. Они чисто все на звук пробежали. И очень быстро, я вам скажу. Я просто никогда не играл в Hotline Miami, поэтому... А чё ты вышел? А ну вернись.
Тут, короче, главное ударить раньше, чем тебя ударят. Окей. Так, пойди все, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, прикиньте, прикольно. Ты чего волнуешься, Итан? У тебя уже глаза опять отекли. Я не уверен в этом всем. А Виолетта тут просто как имущество стоит. Тем более мы не знаем, как должна наша новая игра выглядеть. Ты за главного в создании проекта, да? Спроси дитя геймера в себе такой вопрос. О чем, блять, наша игра? Симулятор ходьбы, набор мини-игр. Метроидвания, графическая адвенчура. По идее, это графическая адвенчура, но это быстрее набор мини-игр. Итан, успокойся, дружище. Это будет игра, наполненная мини-играми, отдающая должность другим играм. Это формула победы. Так и быть. Куплюсь, но давай не витать в облаках, ладно? И без всяких экспериментов. Все, кайф, Виолетта. Я уже заказал 200 внутренних... внутривенных кофе. Тебе такой сойдет? Дело не в кофе, оно тут ни при чем. Я злюсь, потому что я не знаю, что делать. Мне нужно знать, где когда я, в какой вселенной происходит игра, перед тем, как я начну работать. Постапокалиптическое антарктическое будущее. Да история. Давно-давно в далекой-далекой галактике. Звездные войны, отсылка, Вторая мировая война. Да история. Да история, это что имеется в виду? Да историческая, то есть... Действие происходит в диком постапокалиптическом будущем, когда люди более не находятся на вершине пищевой цепочки. Понял, думаю, что могу начать набрасывать некоторые концепции. Мистер Фрэнсис, хотите знать, какую модель монетизации будет... Так будем мы для игры использовать? Я вам расскажу сразу, так как и я за главного тут. Как вы видите, наша игра М. Бесплатная с лутбоксами, платная с лутбоксами, платная и с DLC и лутбоксами, лутбоксы, лутбоксы, лутбоксы. Будет доступна в коробках и в цифровых копиях и с лутбоксами. Думаю, что время пришло. Командное собрание, всем идти в мой офис. То есть сюда? Спасибо, что пришли, как главный мы... Как главный? Моя работа сообщить вам о данном направлении этой компании. Как мы знаем, пока что наша игра, которая нам всегда подарил богатство и бессмертность, является коллекцией мини-игр. Пронтопическое постапокалиптическое будущее. Она будет платная, но она также будет с лутбоксами и DLC. А, это типа цивилизационный, да?
Ладно, ладно, надеюсь, вы умеете хорошо обращаться с бюджетом, который я прислал. Я не особо уверен в этом. Так, прислушайтесь к своей команде, научись стоять смирно на ногах и податься, когда необходимо. Но я же не гений, они должны меня слушать, меня. Работа с ними — это как быть курицам-пастухом. А ты знаешь, как эта хрень работает? Совершенно очевидно, кто здесь получает отзыв. Мы что, будем ссориться из-за этого? Ага, понятно. Ой, тут столько дел. Стало страшно, что ж... Я обоссал себя. Эй, хорошие новости, ребята. На этой неделе у нас появилось 4 новых подписчика. Я говорю от имени трупа. С каждым днем я все более становлюсь похож на Нормана Бейста. Эй, мне нужны конфеты, чтобы, ну, ты знаешь, раскрыть весь мой творческий потенциал. Окей, хотя бы мне припаси. Без наркоты в студии. Кто пойдет в магазин на этой неделе? Я пойду. Отстань, жди своей очереди. Чувак, прислушайте, я пытаюсь приручить арпеджио из ада. Круто, чел. Хватит время впустую тратить. Вижу, вы еще сильно трудитесь. Вот ваш аванс. Берите свои капитанчески грязные деньги и оставьте их на столе. Спасибо. Вилкин-палкин. Как главное, я сам... решу, как распределить это сырье. Подели. Жадничай. Извините, нам нужно нанять помощника по программированию. Дай подумать. Гениально. Зовем стажером. Мне точно надо перестать с самим собой болтать. Я же не черевовещатель. Эй, я подписал тебя в стакан немного особый лекарств. Ты почувствуешь себя более трезвым. Пора программировать. Я и Суркот единое целое. Все, ребята, надеюсь, что демка готова. Свежая, как и дух. Что там? Свежая, как и духовки. Вы можете попробовать нашу альфа-версию, когда захотите, сэр. Класс, класс, класс. Все идет как надо. Хи-хи. Скоро обсудим. Пророчество и судьба моя тоже. Да откроются врата и в ад, да наконец над человечеством нападет ночь, да будет реки всей в крови невинных, которые... Джек, опять ты с самим собой болтаешь. Кто я? Не-не, я заучиваю питчи. Мне надо питчи игру нашу тому партнеру. Помните? Джек, слушай. Да, оставь его, Итан. Пусть сам собой Ребят, я понимаю, что сейчас творится. Я понимаю, какой его... Сейчас. Мы все находимся в той же самой лодке. Работа тяжелая, знаю. Но вы, наверное, думаете, а зачем же нам это вообще? Дело не в этом, Джек. Да. Чтобы кто-то насладился нашей игрой? Ради этого мы всему жертвуем. Признайтесь, люди... заслужит нашу игру. Надо сделать последний рывок. Мы потеряли аванс партнера и уже запускаем игру на квикстартере. Кикстартер, если что. Не смотрите на меня так.
Мы не нуждаемся в самим себе. Микро... Патронаша... Не патронайшечество, а попрошайничество, блядь. Давайте держаться от демагоний подальше. Теперь готовим итоги. Чистим столы, ребята. Босс уже здесь. Нет, Джек, серьезно, нам нужно поговорить наедине. Просила же его оставить в покое Итан. Он еще в ранней стадии. Эй, здравствуйте, мистер Ферц, как дела? Готовы ли, как обещание, маркетинговый план? Что? А, ты прав. Ты вчера мне его по почте прислал, да? Ты совершенно прав, мистер Фиг. Что? Ах, да, абсолютно. Ребята тебя в восторге. Они знают, что ты просто стесняешься их из-за всего. Ты так мало говоришь. Я рад, что все это в порядке. Передай привет жене и детям, мистер Франческор. Типа, каждый раз, когда я в туалет захожу, я получаю... Нет. Класс, 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 все идет как надо. Хи-хи, скоро обсудим пророчество. Джек, опять ты со своим собой лутаешь. Так, это было. Проверьте прогресс проекта. Итан, дружище, как мой любимый музыкант поживает? Есть что-то новое готовое? Удиви меня, маэстро. Соблазни меня своей магией. Джек, опять лекарство плюнешь. Доктор не будет рад особо. Какое лекарство? О чем ты вообще? Я больше не буду тебя прикрывать. Я же беспокоюсь за тебя. И я больше не буду носить эти подгрузники, понял? Итан, ты так уже сильно напряженный, но я нуждаюсь в тебе больше, чем когда-либо. Игра нуждается в твоей музыке. Собой возиться бесполезно, ладно, Джек. Еще пару песен и все, договорились? Класс, я знал, что мог рассчитывать на тебя. На самом деле мы в больнице, походу, в психиатрической. Ах, Виолетта, по твоему пустому взгляду, ты, наверное, в середине творчества припадка, верно? Припадка. Наверное, ты представляешь, как ты легко плывешь по ландшафту и строишь целую цивилизацию. Думаю, это там... Эй, Виолетта, ты в порядке? Ты в облаках завитала... И заблудилась, да? Нет? Не стыдись, это нормальное расстройство среди концептуальных художников. Просто скажи мне, если у тебя будет готово все для игры, вы сдашь все время? Да, рисовать, должна рисовать и рисовать. Молодчина, Виолетта, я не сомневался. Ух, наверное, это из-за жары. Но у меня уже закружилась голова. Эй, ребята, может посмотрим, как наша... Страничка в квестаторе проживает. Посмотрим, если хотим издать наши игры, нам надо убедить потенциальных инвесторов. Там что, даже игрушки есть? Мы могли бы предложить им некоторые эксклюзивы в игровых титрах. О, это ссылка на этого Футураму. Give me money! О, подожди, тут это показывают все эти. Было бы неплохо. Подарить халявки, как рабочие столы, игрушки, скринвейвер и прочее основное по обложке. Бред. Так мы еще сильнее планете нагадим этим хламом. Мы также можем проверить инвеститоров в NPC персонажей игры. О, мне это нравится, но только если они умрут жесткой смерти. Мы также могли бы пригласить крупных инвесторов на романтичный ужин. Романтичный ужин? С кем именно? С главарем компании. И там должна быть хорошая концовка. То есть, главарь должен одеться в виде
тираннозавра. Но думаю, что такой старый психический богач этим заинтересуется. Но кто же главарь компании? Кто-кто? Я думаю, что это ты, главарь компании. Не-не-не, я... Я тут за главного в создании проекта и программирую. И это достаточно важная роль. Джек, я всегда зря думал, что Элли... Что ты все время был главный. Что? Нет, я не мог бы вам так соврать. Но мог же... Стоило это самому себе спросить. И как сильно я хочу, чтобы игра наша стала реальностью. Готов ли я продать тебя и пожертвовать своей несуществующей жизнью? Придержи коня, малой. Это я, глава компании. О, вот, я говорил же, гриб из Марио. Во-во, это да, это же... Гриб из Марио. Вот и конец, ребята. Та-та-та-та-та-та-та. Ну что можно сказать об игре? В принципе... О, это разработчики. В принципе, игра довольно интересная, в плане того, что здесь много отсылок на другие игры, да. И не только игры, но и на всякие фильмы. Также можно взять... Плюс это мини-игры, да. Сюжет. Ну, сюжет, конечно, немного банальный в какой-то степени. Бывает немножко кривизна в управлении именно самих мини-играх, когда мы с вами играли. Марк Лукард. Мы так с ним и не поговорили, блин. Это за счет крысиное дерьмо, когда мы проходили. Не знаю, музыка, ну, стандарт. Есть еще одна игра наподобие такой же, там тоже дохера мини-игры. Ну, типа, мини-игры — это история каждого героя. Поэтому, я думаю, в следующей игре мы с вами как раз начнем ее проходить. Либо я посмотрю, что можно дальше будет создать. Так как у меня есть еще Guacamole 2 на подходе. Скорее всего, она будет после этой игры. Your family's friends and you. Thank you for playing to... Thank for you playing. Поэтому, ребята, как-то так. Сейчас мы зайдем в главное меню, я посмотрю, что у нас там сейчас есть. И все. Нажмите любую кнопку, какую хотите, удачи. Что у нас по мини-играм? У меня закрытая мини-игра. Еще одна закрытая игра. Да ладно, я... С мухами это тоже была игра? А какие еще игры упустил? В самом начале я игру упустил. С мухами пропустил и с вот этим пропустил, когда я успел. А ну-ка.
А, это было все. Все нормально. А почему она тогда только ботинка? Это вот закрыто все еще. Все-таки. Флай закрыты, мухи закрыты. Ну еще, в принципе, думаю, тогда на этом мы с вами и закончим, да? Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.